Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Обаяние и доля здорового авантюризма для владельца этого имени нередко позволяет им добиваться того, чего другие не могут достичь, несмотря на отчаянные усилия и упорный труд. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Альтруизм этого имени и возвышенные благородные идеалы приносят владельцу имени всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Владельцы этого имени – отличные друзья, высоко ценящие искренность и честность. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.